Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий, снимаю свой сюжет в Линском районе Пермского края. Сегодня мы, ну не только сегодня, вчера начали, сегодня продолжается. Уже даже закончили на сегодня. Будут продолжать завтра выкапывать пруд. Пруд будет с островком. Вот мы как раз сейчас находимся на этом островке. На островке будет стоять беседка. И основной пруд будет вот здесь. Размеры еще пока даже не знаю, честно говоря, кем меня там выкапывают. Мы примерно ему показали, как будет, докуда. Но изначально мерили что-то 61 метр, что ли, получается. Но до, по-моему, вот этой сосны было 61 метр. От начала пруда будет. Начало пруда будет там. Там мы выкапывали в начале лета яму. Она заполненная водой стоит. Вот. Будет у нас вот такой вот прудик с островком. Думали, какого вида его сделать. Всякие придумывали. И дельфина, и кита. И потом все-таки решили, что сложно будет экскаваторщику копать такой пруд. И решили сделать просто пруд с островком внутри. Где у нас будет зона отдыха. Где мы поставим беседку, мангал. Что там еще? Коптильню. Ну, этот казан. Вот. Можно будет здесь рыбку половить, тут же ее покоптить. Заселим все это дело рыбкой. Ну, конечно, гуси у нас будут использовать. Это как водоем для купания. Вот. Порода у нас здесь вот такая. Здесь уже даже вот заполняется водичкой. Начинает течь вода. Вот. Прямо видно, что она течет. Ручейки такие вот. Вот. Так что вода здесь должна быть. Вот. В общем, такой вот у нас будет крутой пруд, водопой. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.